сказал господин Лисичкин. Вот, опоздали. И мы опоздали, бывают такие дела. Ну, не страшно, зато вот здесь вот... Ой, зато я другое здесь нашла. Посмотрите-ка вы на это чудо. Это же королевские опята. Ну, нет, это называется... Это называются китайские опята. Чешуйчатка. Может, дать ей подрасти, не буду брать? Не, сегодня, наверное, я брать не буду, но хотя очень интересные грибы. И они даже вкусные. Я их по другому рецепту сделала, и они мне очень понравились. Саша, запомни это место. Классно. Здесь еще и грусть. Так что, господин Андрей Лисичкин, у нас грибов здесь больше. Что-нибудь можно найти. А у вас там эти опята, конечно. Особенно ежовики мне понравились. Это был блеск у него. Видео хорошее очень. Красиво растут. Молодые, свежие, маленькие. Ну, я люблю, когда немножко они побольше. Бывают. Вот так вот.